У столицы протягивается месяц наведения чистини. До добраупорядкования Минска активно долучаются горожане. В этой выходные прошел первый субботник. Разом с работниками коммунальных служб опалы листья в городских дворах, скверах и парках пробирали и студенты. Все лето у столицы планируют высадить около полсотни аллей. Мы их обеспечили шансовым инструментом, рабочим всем, перчатками. И вот они у нас активно помогают. Трудятся хорошо. Молодежь научилась работать, умеет работать. Дальше у нас эти субботники будут, как правило, весь осенний период. У планах цалком завершить ремонт дорог и выездов с дворовых территорий.